Друзья, у нас новый спикер, который, к счастью для нас, не пришел с пустыми руками. Это замечательно. Здравствуйте. Представьтесь и какую компанию представляете? Добрый день. Меня зовут Сергей. Я представляю компанию, рязанскую компанию, сыроварню «Брекенбор». Мы производим, соответственно, приехали сюда, производим натуральные сыры из 100% натуральных ингредиентов, без добавления сухого молока и каких-либо других веселых ингредиентов. Да? В принципе, мы приехали, дабы на фоне нехватки продукции, именно твердых сыров на нашем рынке, сделать свой вклад доступный, хороший продукт. Да. Такой вопрос. У вас свой брендовый магазин или вы работаете с ритейлерами, в каких-то крупных магазинах тоже выставляетесь? У нас своих магазинов нет пока. То есть мы являемся просто производителями. По Рязани, Рязанской области мы уже представляемся в местных сетях. Называть не буду, дабы не было рекламой, да? Ну, скажем так, Рязань нас уже знает, мы себя зарекомендовали как хорошего производителя, отличный вкус, хорошее качество. Ну, вы приехали по адресу показать свой продукт и надеемся, что в этом году ваш товар будет представлен уже широко и в московских, и в подмосковных магазинах. Да. Вопрос такой, как вы пережили этот прекрасный год, потому что я так понимаю, что в таком производстве, в любом случае, вот то, что случилось с миром вообще, по вам могло сильно ударить, или наоборот, вы как-то нарастили мощности в этот период и вышли на какой-то новый уровень? Ну, скажем так, данная ситуация, данный год для нас, вот именно для нас как производителей, да, он не явился таким тяжелым, скажем так, потому что все-таки продукты питания люди всегда хотят есть. Поэтому коровы всегда дуются, люди едят, поэтому мы даем именно продукцию, которая всегда пользуется спросом. То, что поставки уменьшились, да, несомненно, но они были, поэтому мы, скажем так, не останавливались ни на один день, мы продолжали работать постоянно. Поэтому у нас все хорошо. Замечательно, мы желаем вам удачи. Мы хотим, чтобы наши сыры наконец-то побили все мыслимые и немыслимые барьеры, стали эталоном в мире сыроваренным. И очень надеемся, что вы представите нашу страну на мировом рынке уже сырным. А в нашей стране желаем вам широкого представления во всех наших ритейлах. Спасибо большое. Мы надеемся действительно выйти и заполнить эту нишу, потому что очень хочется, чтобы наша продукция действительно была качественной, нас ценили, и мы точно так же могли выйти за рубеж уже со своей продукцией, не стесняясь и прочего. Поэтому предлагаю вам попробовать подегустировать наш сыр, который мы принесли с собой. Это выдержанный твердый сыр Грюер, которому год и два месяца. Давайте заканчивать интервью. Спасибо огромное. Это замечательно. Спасибо огромное вам, спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо. До свидания.